Да, может, это не мое, там не надо зацикливаться, да, и так далее, но я не мог как-то вот поднять эту ситуацию, да. Потому что очень много было у меня выходов, связей и так далее, да. И ну, сейчас просто. Но вы хотели потерять телефон? Нет, конечно. А? Конечно, нет. Пока поднимите руку, с кем я говорю. Ага, все правильно. Ну все, значит, Бог забрал. Вот Бог забрал и все, значит так надо. Я понимаю, чего вы от меня хотите. Сейчас я вам скажу. Бог не подсказал, что вам ответить. Вот, понимаете, вы занимались немножко деятельностью, которую, ну, которая не приводит человека к счастью. Понимаете, я не буду сейчас как бы раскрывать детали, просто вам могу сказать, что если вы не потеряли свой мобильный телефон, через полтора года вы бы получили контакт с одним человеком, который бы вас, помог бы вам попасть в хорошее место. Там много, много природы. Вот. Но там как бы единственная проблема, что там с определенный дизайн окон. Никак, необычный, понимаете? Вся разница. Ну и питание очень такое аскетичное все. Понятно. Вам непонятно, но если вы помолитесь, вы поймете, о чем я сказал. Бог просто убрал у вас это, сказал, не надо, не надо. Зарабатывай по-другому. Видите? Вы мне ничего не рассказали, а я вам все сказал. Это означает от Бога. Услышали? Я же ничего не знаю про вас. Но я... Мне шепнул там в сердце. Ладно, мои хорошие, давайте я буду лекцию читать. После лекции вы будете первый. Да? Мы все не для себя, все нормально.